Чирышском районе приступили к строительству дамбы. Она будет достигать 4 метров в высоту и 8 километров в длину. Сооружение должно защитить от затопления жителей поселка Красный Партизан и районного центра Чирышское. Эти населенные пункты за последние годы не раз страдали от наводнения. Это насыпь из руслового материала, потом будет укреплена специальным материалом, и все это будет потом большим крупным камнем засыпано. И вот по высоте, по ширине гребня, там в пределах 5 метров будет, ну, типа, дорога наверху получится, наверное, так. Работы начали там, где позволила нам вода работать. Первый участок дамбы протяженностью 800 метров возводят у поселка Красный Партизан. Всего же участков будет 3. Все вместе они полностью закроют берег реки Чирыш вдоль поселка и райцентра. По словам главы района Александра Ездина, стройка защитного сооружения началась неделю назад. Общая стоимость работы около 40 миллионов рублей. Напомним о необходимости возвести дамбу в Чирышском районе. Начали говорить еще в 2014 году, когда на Алтае было одно из самых сильных за всю историю региона наводнений. Удар стихии первыми как раз приняли села Красный Партизан и Чирышское. Под водой оказались сотни домов, десятки практически смыло. Изначально дамбу планировали построить к осени 2015, а затем 2019 года. В итоге инженерная защита появится не раньше 2020 года.